И вот началась новая Лига Легион. Как обычно, на хардкоре играем. Милишников бафнули очень сильно. Изменили и бафнули. Я решил как раз вот милишником поиграть. Это Клифф. Гладиатор. Давно этим не играл. У меня 1500 урона во втором акте. Десинкает немного. Но это уже неплохо. Я имею в виду 1500 урона во втором акте. Притом без тинка шмота, то есть это начало лиги. Ну вот мне пушка желтая неплохая выпала. Так, в принципе, ничего особенного не упадало. Тысяча 500 урона, по-моему, раньше, но очень сложно было столько урона иметь. Потом без тинка шмота. Я видел, там многие играют через Триксера, через Essence Drain. Но я решил все-таки мечника нового попробовать. My spirit is spent. Так, надо шмотки обновлять, не забывать. То у меня он с первого акта еще одет. Попробовал я этот легион. Сейчас я покажу, как это работает. В принципе, не сказать, что что-то особенное. Сейчас зачищу сначала. 22 уровень. Так, ну тут я уже все прокачал. Теперь вот сюда. Тоже вот тут хпшку взять. Точные удары, наверное. Не знаю, может это криты когда-то будут. Вот жмешь на монолит. Теперь надо подамажить. Вот эти черепы. За отведенное время. О, сундук с сокровищами. И понеслась. Кару исчез. Ачивка сразу. Так, вот и челики за стеной дерутся. Они, кстати, друг с другом дерутся тоже. Не только со мной. Изменили тоже вот наскок. Теперь он без анимации стоится, то есть моментально. Тоже, ну, привыкать надо, то есть я пока привыкаю. Вот эта новая механика вся. Интересно. Я пока привыкаю. Вот и босс, все посмотрим. 1500 урона. У меня Bloodstance, Warbanner и Herald of Ashen. То есть Bloodstance — это новая аура. Соответственно, она у меня на урон включена. Она либо увеличивает ауру, либо... То есть площадь АОЕ увеличивает, либо урон. Сейчас она у меня на урон. Что АОЕ вроде хватает. Сейчас посмотрим. Просто больше половины хп сразу снес. Четырех линк. A duel like no other. I think I'm starting to like this rake last. Новая система доджа тут появилась. То есть тычки и боссов проще дожить, уворачиваться. Это вот в первом акте даже видно, когда хилока убиваешь. Там прям от тычек можно уворачиваться удобно. Не знаю, вообще не получая урон. Это у нас
будет двуручник потом, когда я лабу пройду. Точнее, это уже двуручник. Изи. Полторы тысячи урона, это еще без вал, а когда под тотемом, то еще больше. Я не хочу пока особо вот эти монолиты делать, легион. Пока на таких низких уровнях, наверное, профитность небольшая. Бля. И опять залагала при входе в город, ну бывает. Ну вот как-то так, интересно, сколько эта лига проживет. Будем наблюдать.